Сотрудники ОМВД России по городу Артему Приморского края задержали местного жителя. Он подозревается в поджоге складского помещения. В дежурную часть отдела поступило сообщение о возгорании здания склада на улице Махалина в городе Артеме. На место происшествия незамедлительно прибыли полицейские. Сотрудники госавтоинспекции обеспечили беспрепятственный проезд автомобилей экстренных служб к месту пожара. Пламя было ликвидировано, в результате пострадавших нет. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность подозреваемого в причастности к возгоранию и задержали его. Следственными органами полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 167 Уголовного кодекса Российской Федерации. Фигурант задержан в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.